Так, ребят, хочу прочитать одну притчу. Сейчас читаю книгу одну очень интересную. Давайте послушаем. Даже самому интересно. Я еще не прочитал ее, то есть не читал. Начинаю. Один нищий жил тем, что просил подаяние, стучась в двери жителей города. Как-то раз он увидел золотую карету, выезжающую в город. В карете восседал, сияя лучерной улыбкой, великолепный король. Нищий сказал сам себе: «Закончились муки, закончилась моя нищенская жизнь. Этот король с сияющим линком приехал в город из-за меня. Я знаю, он одарит меня богатствами, и я доживу спокойно». Как будто в подтверждение его мысли по приказу короля карета остановилась. Нищий, который при виде кареты бросился ниц, поднялся и, посмотрев на короля, уверен в том, что прошел его час везения, король протянул руку нищему и сказал: «Что у тебя есть, чтобы дать мне?» Удивленный и обескаженный нищий не знал, что ответить. «Это что, какая-то игра, которую предлагает король? Он что, издевается надо мной?» Спросил он себя, не понимая истинных мотивов. Он засомневался в искренности короля и не знал, что делать. Но, видя, что король не отпускает протянутую руку, продолжая улыбаться, нищий запустил руку в котомку, в которой находились несколько щепок риса, взял одно рисовое зернышко и положил на ладонь короля. Тот поблагодарил его и приказал продолжить путь. Кони унесли золотую карету. В конце дня нищий вытащил остатки риса из колонки и обнаружил там одно золотое зернышко. Заплакал, причитая: «Почему я весь рис? А почему я не отдал весь рис свой?» Вот так вот, ребята, делайте выводы.